Всем привет, как настроение? С вами Рэй. И продолжаем с вами проходить игру «Спокойно, смерть». Ну что же, давайте продолжим. Отключаем с вами телефон к чертовой бабушке. Он задрал уже. Ну, я думаю, что ошибки тоже. Поехали. Так, у нас получается с вами третья неделя. 19 число якобы. Погнали. Жнец, сегодня я задумался. Над чем? Голод не любит, когда люди едят. Я когда-то выбирал бургер вместо здоровой пищи. Знаешь, я считаю, надо давать второй шанс, хотя бы в такой маленькой детали. С этого дня все, кто откажется от еды и выбросит ее, попадают в чистилище для искупления своих грехов. Что-то я устал, а ты работаешь? Молодец ты, братишка. Ну что, чистилище? В ад, гори, урод. Горите оба. И ты туда же. Так, ты у нас кто? Проходи. Так, ага, в ад. В ад, урод. Welcome. Чистилище по тебе плачет. Так, ну ты в райде. Так, гори в аду. Так, чистимся. Ага, так, 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 в ад. Ага, в ад. Проходи. Горите, чмри. Проходи, сынок. Ага, хотел, ну чмо, а. Так, чистимся. Ну, хватит тебя. Так, проходи, сынок. Так, и ты тоже. Любитель пожрать, чистись. Гори. Так, кровь, да? Чистилище. Кровище, чистись. Чистимся. Гори, сынок. Извини. Так, чистимся. Гореть тебе, сукин сын. Вот прямиком, урод. Так, сейф. Так, нолик, нолик, нолик. Так, где-то двоечка, двоечка, двоечка. А, троечка, какая двоечка. В Норвегию ты хочешь? Вот тебе надо, в Норвегию ты хотел. Проходи, старик. Проходи. Так, вроде чистый. Так, а ты в ад. В ад. Проходи. О, уже и день закончился. Замечательно. И что же мы получили? Б с плюсом. Почему так мало? Вроде ошибок никаких не было. Ладно, ребят, не будем отчаиваться и продолжаем. Так, сломался лифт, его починят. Но лишь раз, если ошибешься, будет проще. Да, мы это купим. И 20-й день у нас накануне. Ха-ха-ха, ты только почитаешь, нет. Эциос, Кридос, Люциферус. Тьфу, сплошные С. Не прошло и пару сотен лет, как люди вслед за хорошей книгой написали плохую. Причем, говоря плохую, я имею в виду все смыслы. И книга злая, и написана плохо. Представляю тебе Некромикон. Или как-то так. В общем, такое дело. Последователи сатаны будут рады встретиться с ним лично. Ага. Все, кто приходит к нам с такой книгой, отправляются в ад. Аминь. Воистину, в ад. Проходи, дедушка. В ад тебя. Так, ну-ка, чистись. А ты-то кто такой? Так, ну что, чиститься будем, наверное, сынок. Гори, чмо. Так, в ад. Палач у нас тут. Чистись. Чистись. Так, стажер, ты мне задолбался, честно. Так, кровь на теле исчезла, теребит сосок, думаю, чистилище. Да, походу, да. Тебя тоже туда же. В ад. Проходи, малыш. Гори тебе. Так, так, так. Чистись. Так, в ад. Хе, в ад. В ад, естественно. Так, книга, в ад. В ад. В ад. Так, ну ты проходи. Что опять? Что ты? Ты мне стажер задумал. Так, хлопает в ладоши, кровь исчезла. Никакого, ребята, ему рая. Так, а вот тебе прошу. Чистимся. Чистимся.
Горите, сволочи. Отказалась чистить. Так, ват, книга у тебя. Не даешь ват. Чистимся. Ват. Банан. Так, чистимся. Чистимся. А, блин, какой чистимся? Мы же... Блин. Там, ребята, я немножко поспешил. Горись, сволочь. Проходи. Так, опять сейф. Ну что на этот раз у нас получается? Так, 4. Ага, все, нормально. Блин, я лично задушил бы этого стажера. Так, жмурится сосок. В рай, естественно. Так, опа, на ват. Ват. Не отдаешь, гори. Чистимся. Ух, ребята, еще денек закончился у нас. Да почему бы с плюсом? О, у меня повышение. Я стал видящий истину. И 122 черепа у меня. Так, он хочет со мной поговорить. Арис, Один, Сед, Жнец. Я не просто так поставил тебя в один ряд с этими именами. А хочешь, чтобы все остальные делали так же, Жнец? Все просто. Отработай следующий день в мою пользу, и я посмотрю, как это можно ускорить. Ну да, что, давай. 1000 жнецов, я рад твоей помощи. Награда после работы. Ну ты, как всегда, меня наебешь, грубо говоря. Вау, вау, не торопись, нужно поговорить. Давай побазарим. Хитрые соперники, голод и чума придумали безотказный метод, чтобы поднять свое влияние. Представляешь, они разработали пончики, которые вызывают зависимость и жуткую аллергию, которая ведет к летальному исходу. И заменили ими всю еду. Угу. Люди теперь делятся на два типа: умирающих от аллергии на пончики и умирающих от голода. И казалось бы, как мы можем минимизировать потери и уменьшить количество нашей работы, Жнец, а? А я это откуда знаю? Не отвечаю, все просто. Но нужны деньги для оплаты услуг шамана-волшебника. Он превратит людей в гигантских пауков, а пауки не питаются пончиками. Боже, это будет самая страшная планета на свете. Ты в деле? Ну, а денег-то у меня нету. Так что извини, смерть, я не в деле. Так, 30 дополнительных секунд надо взять. Хрупкие клетки, блин. Слушайте, я думаю, наверное, отменить надо. Так, и 21 день у нас на носу. Арх, сухопутное чучело, сегодня праздник, пиратский день. Свистать всех наверх и вниз, и в чистилище. Так, смерть, как всегда, прикалывается у нас, да? Все как обычно, и используй накопленные знания во благо нашей работы, Жнец. Приступай. Так. Чистимся. Так, ну что-то там опять напевает калинку, хочет в чистилище, бросил оружие, думаю. Да, вполне. Почему? Ай, ё-моё. Он отказался от чистилища. Ладно, так. Чистимся. Ну что опять? Так, показал паспорт. Бледный, грустит, думаю, его в рай, да? Так, а это у нас кто? Джек Воробей, да? Ну-ка иди, ай, иди не туда. Так, ну-ка сними очки. Проходи. Ват тебе, сволочь. Ват. Так, прошу. Так, смешные клиенты я не видел. Только про них с моей проблемой. Ждет заката, просит закурить обувь в кровавых пятнах, отправить его в ад. В кровавых пятнах. Да, давай. Так, а ты чиститься у нас будешь, брат? Тоже чистись. Прошу. Опять сейф, гребаный, а. Так, 4, 0. Еда. Чистимся. Не отдаешь в ад. Чистись. Нет, в ад. С книжкой у тебя в ад. Чистимся. Чистись. В ад. Прошу. Чистимся. Угу. Так, ну что, ребята?
Так, проходи, пока все более... Проходи, пока все более-менее понятно. И не так уж и сложно. Чистимся, да? Да. Так, в ад. Проходи, проходи. Проходи. Чистимся. Так. Чистись. Да ты заколебал, ну в самом деле, а? Смешнее, он не видел. Ну говори, кто там у тебя, чё? Так, крепко сжимает оружие, кровь под ногами, смылась. Подарил мне карандаш, думаю, его в чистилище. Я думаю, что не стоит. Так, а вот тебя в ад. И тебя в ад. Конечно же, в ад. В ад. В ад, гори, урод. Проходи, сынок. Проходи. Так, в ад с книжкой. Так, ну что, еще один день закончился у нас. И мы получили. Мы получили опять новых каких-то клиентов. Уже пиратский сбор. Я бы так сказал. Я не понимаю одного. Зачем они мне занижают оценку? У меня же все было замечательно пройдено. Так, если я ошибусь, давайте возьмем. И 30 секунд возьмем тоже. Погнали. 22-й день, 4-я неделя. Осталось нам немножко, ребята. Так, ох, как трещит череп. Ха, череп, понял шутку? Ладно, день начинается. Давай поработай сегодня над тем, что попроще. И что же у нас попроще? Поговорим о цветах. Или микрофонах. В общем, обо всем том, что не способно причинить вред, так сказать, нейтральный предмет. Если клиент держит при себе такой, можешь просто не обращать на него внимания, он ничего не значит. Думаю, будет легко. Начали. Ах, да, нет, есть дело. Повелители времени злоупотребили своими силами и вызвали парадокс. Некоторые клиенты совсем не те, за кого себя выдают. Мы выдадим тебе психобумагу, которая показывает силуэт такого клиента. Сверяйся с силуэтом и отправляй такого клиента туда, куда написано, вне зависимости от признаков. Так, чистимся. Проходи. Проходи. Гори. Сундуки, как вы меня задолбали уже, а? Так, единичка есть. Тройка, тройка есть. Ноль. Ё-моё, тройка и ноль. Так, тут надо бумажно подумать, ребята. Так, теперь единичка. Нифига не прокатывает. Вот так вот. Так. Ага, чистись. Гори, чмо. Проходи, красавица. Гори. Так, а ты проходи. 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 Почему агент парадокса? А как я узнать был? Горите. Проходи. Так, гори. Ну, в ад тебя, конечно же. Тоже в ад гори. Так, здесь что, чистимся, наверное? Да. Гореть вам, уроды. Так, в ад сразу по глазам. Тут уже без компромиссов, как говорится. Проходи. Гори. Гори. Так, опять этот стажер. Как ты меня заколебал, а, уже. Так, бросил оружие, не хочет чистилище, думаю, его в ад. Если он бросил оружие, естественно, мы его в ад не будем отправлять. Давайте отказывать. Блин, он... Ясно. Так. Чистимся. В ад гори. Так, чистись. Чистись. В ад. Чистимся, да? Ай, блин! Ну ты-то у нас... Да почему, блин, рога? Ёлки-палки. Стажёр ещё тот грёбаный. Я и то меньше стажировался. Так, бросил оружие. Кровь под ногами смылась. Кровь на теле исчезла. Давай. Так, ты в ад. Гори, урод. С козой в руках, как говорится. Чистись. Так, старый дед, чистимся. Так, гореть тебе, урод. Проходи, бравастый. В ад, не надаешь лук. Так, в ад. Не смывается кровь. Чистимся. Так, ну что там у тебя опять, а?
Так, поздоровался, кровь на теле исчезла. Фанат, пройти в ад. Нет. Кровь же вытерлась. Так, чистимся, наверное, да. Уху, ребята. Так, еще один день подошел к концу. Да почему же они так Б с плюсом? Ну да, я ошибся два раза, не спорю. Так, сломан лифт. Так, купим вот этот вот и поехали далее. 23-й день. Четвертая неделя. Надо же, какое чудо. Жнец. Оказывается, люди научились отказываться от тех, кому поклоняются. Угу. Так как мы здесь за равноправие, то отказавшись от Библии, мы не можем тратить в ад, а отказавшись от книг сатаны в рай. Это было бы несправедливо. Поэтому всех, кто бросает свою любимую книгу, отправляй в чистилище. В вечной темноте наше чистилище книги не помеха. Продолжаем. Так, что ты у нас? Вад. Вад, рогастый. Вад, хотел наколоть меня. Так, проходи. Гори. Проходи. Так, проходи. Что сделаешь? Ну, что на этот раз у тебя там за сложности? Кровь под ногами смылась. Весь в ожогах. Ну да. Так, вад. Гори, урод. Так, гори. 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 Чистимся. Почему? Так, чистимся. Здравствуй, жнец. Так, вот описание. Так, небольшие рожки, кровь под ногами смылась. Так, конечно же нет. Честен он, ага. Чистись давай, иди. Опять сейф. Так, 5-4-3. Так, ну вот пятерка, четверка не совпадает теперь. Так совпадает. А как же мне сделать, ребят? Угу. Надо, значит, вот эту крутить. Давайте вот тут. Так, 3-4. Блин, теперь пятерка не совпадает, а? Ядрёна ложь. Так, давайте вот так. Так, прокрутим. Так, 5,3 должно быть на одной этой. Вот так где-то. Четверка совпала. Эти не попадают у нас, да? Пятерка теперь. Там тройка. Тройку надо теперь догнать. Тут надо, главное, бумажно подумать. Четверка, все, бинго, есть. Так, проходим. Проходим, не задержим. Гореть вам, ребята. Гори, красноглазный. Красноглазый. Так, рассказывай мне, что там у тебя. Так, смылось, бросил сэндвич в рай. Нет. Так, проходи. Проходи, проходи. Ты тоже проходишь у меня. Достал ты уже этот, стажер ты меня, в самом деле. Так, сэндвич бросил, под ногами смылось, кровь на теле исчезла. Да, вот так вот будет у нас. Гореть вам. Так, проходи сюда. Так, борьба за нефть, катастрофа началась, да? Это, по-моему, сейчас будет с клиентурой сейчас попрет. Ну так и есть, немцы поперли. Так, проходи. Так, отправляйся в ад. А, нет, в чистилище. В ад. Проходи. Проходи. Так, проходи. Чистилище. Чистилище. Так, ты у нас в ад. Чистилище. Почему? Блин. Гори. 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 Так, чистимся. Проходи. А, нет, чистимся, да. Так, проходи. Так, чистимся. И... Гори. Гореть вам, гадам. В ад тебя. В ад. Так, ну что, выполнили мы работу. Получили оценку А. Ну, наконец-то. О. И мы еще получили Око Саурона. Оценку получили А. Хорошо, это меня радует. Ну что, давайте приступим дальше. 60 дополнительных секунд купим. На уровень обязательно. И...
отменим, наверное, скорее всего, потому что я не понимаю. Или мы отменяем, или наоборот включаем. Давайте купим все равно. Так, 24-й день. Ты, как любой бывший безработный, знаешь про выходные дни. Ну, естественно. Они были изобретены вместе с работой, вместе с ленью. Но вместе с выходными днями люди изобрели алкоголь и бухлишко. Многие попадают сюда именно по этой причине. Не по причине выходных, а из-за пьянства. Так вот, отныне все, кто приходит к нам с бутылочкой горячительного напитка, крепко держа его в своих лапках, должен быть отправлен в ад. Все понял, сэр? Йо-хо-хо! Так, чистимся. Чистимся. В ад. Так, чистимся. Проходи. А ты гори. Гори. Проходи. Так, горит тебе. Проходи. 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 Так, блин, хотел. Ладно. Так, опять этот мне. Так, в ладошки хлопает. В чистилище. Нет, не надо. Блин, он отказался от еды. Урод. Да ё-моё, да что ж такое-то? Стража отдыхает. Е с плюсом. Да, лоханулся я в этом уровне, конечно. Чё-то совсем расслабился. Так, и это все покупаем. Так, ну давайте 25-й попробуем. Чистилище потянулось. Жнец, они застолбили за собой черный свет глаз. Да-да, сверхъестественное говорит нам, что черные глаза признак демона. Но это совсем другая игра. Все, у кого глаза светятся черным светом, должны быть отправлены в чистилище. Давай. Давай ее просто в ад. Только усложняет и усложняет все мне, а? Гаденыши. Чистись. Гори. Так, проходи. Чистимся. Гореть тебе, гад. Проходи. Гори. Ну а тебя, братишка, в чистилище надо отправлять. Так, ты у нас в ад идешь. Проходи. А, нет, чистимся. Проходим. Ой, у него же кровь была, ё-моё. Блин. Так, чистимся, да? Да, чистимся. Да какого, блин? Проходи. Гори. Так, гори. Чистилище его. Опять эти сундуки, а. Так, значит, у меня тройка, пятерка, единица, да? Так, троечка есть. Единичка есть, отлично. Так, гори, красноглазый. Гореть тебе, не отмываешься. Проходи. Гореть. Проходи. А, нет, чистимся, чистимся, конечно же. Тебя, тебя тоже в чистилище. А тебе гореть. Чистимся. Горим. Так. Проходи, сынок. Гореть тебе. Гореть тебе тоже. Так, чистимся. Чистимся. Горим. Горим. Проходи. 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 А, гореть тебе, гад. Из-за пончика сгорел, урод. Гореть тебе, рогатый. Так, чистимся. Горим. Проходи. Ё-моё, а. Ты посмотри, что творится-то здесь, а. Категория Б с плюсом я получил. Да почему так мало-то? Ну да, сделал пару ошибок, но не такие же критичные, а? Так, на один признак меньше. Покупаем, покупаем. На кону у нас 26-й день, 4-я неделя. Мани, мани, мани. Хотелось бы мне, конечно, согласиться с заданием на сегодня, жнец. Но я, как работодатель, понимаю наших клиентов. И нужда денег свойственна нам, управляющим. Но, увы, не все так
могущественны и не подвержены алчности, как я. Любые существа с богатствами в руках должны быть отправлены вместе с ними в ад. Давай, давай, время, деньги. Понятно. Так, чистись. Проходи. Гори. Чистимся. Так, что там у тебя опять случилось? Кровь под ногами смылась, щипает. Да, я согласен. Отправляем в чистилище его. Ну, ты... Так, чистись. Чистись. Так, ват, диагат. Так, чистимся. Глаза черные. Так, ты пойдешь у нас в чистилище. А почему ты не идешь? Понятно, она отказалась от чистилища, мы ее отправили в ад. Гореть тебе, урод. Так, чистимся. Гори, тварь. Так, чистись, дедуля, чистись. Блин, да какой... Так, чистись. Гореть, я иногда не понимаю, проходи. Я иногда не понимаю, что здесь происходит. Так, гореть тебе, урод. Так, с бухлом гори. Горите оба. Опять сундуки гребаные, а? Ну что ж ты будешь делать? Так, 0,25. 5 собрали. 2 собрали, 0 есть. Ядрить на корень, а? Так, 0,2 надо, чтобы совпало. Так. Я уже запутался. Так, нужно 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да куда не туда все это идет? Вот пятерка. Блин, двойка затесалась не туда, куда надо. Так, ноль. Разворачиваем сейчас просто нулевку, и все нормально будет. Отлично. Так, тебе чиститься надо, парень. Гори тогда, раз банан не отдаешь. Так, обосранные латы и крестовые походы. Чистимся. Так, а ты чистись. Гореть. А, нет, чистимся. Чистимся. Проходим. Чистимся. Проходим. Чистимся. Проходим. Гореть тебе, золото. Так, вам гореть. Пиццу не даешь, гори. Бухло не даешь, гори. Проходи, салага. Гореть. Проходи, щен. Проходи, голубчик. Давай. Гори. Иди отсюда, тварь. Гореть тебе, рогатый. Так, ну дела у меня нормально. Что ты там хочешь мне? Так, давай так сделаем. Так, танцуй по ногам лужи крови. Нет, какой нахрен рай? Вы о чем вообще говорите? Горите? О, блин, еще один день. Завершили мы, ребята, какую оценку нам дали? А, это очень радует. Что, еще и повышение, что ли? Оружие правды мы стали. Так, чумной что-то хочет. Это кошмар, жнец. Завтра приходит симпозиум смертельных болезней. И я приглашен туда единственным и почетным лектором. Ведь нет никого настолько же умного, как я. Разбирается во всех болезнях. Но дело в том, что мне нужно кого-то оставить и тут. Поможешь мне, отработав в день в мою пользу? Слушайте, я думаю, нахрен, пошел он, а? Так вот будет лучше. Ну что, ребята, на этой ноте я, наверное, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Ну, там, в принципе, и до финала уже недалеко. Всем до скорого, всем пока. Can't stop now.